عشق مزار ده دل آزار ده ار بازار ده ارزان ناموز ایتل میز خار الداد مکار تکرار و تکرار سرسان ناموز قلب مزلرگه ساخت سوزلرگه ناموزسیزلرگه یالغان ناموز تشلب کتلگن قدر توکلگن Bugün keçilgen iman mı namus, erzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Спала настолько, чтобы меня напугать. Спасибо вам, Галибакя. Вы вернули мне жизнь. Почему вы не были рядом со мной на операции? Не успел приехать. Я видела Тимура. Знаете, он сказал, что отдаст мне почку. А я сказала нет. Зачем мне его почка? У меня есть вы, Галибакя. Вы сказали, что приведете кого-то. Галибакя. Скажите правду. Вы же привели донора, правда? Правильно? Вы привели мне другого донора, правильно? Галибакя, почему молчите? Этого не может быть. Сана, все. Не нервничай. Что было, то было. Нет. Не мучай себя. Все равно нет толка. Нет, мне не нужна его почка. Все прошло, хватит, Сана, все прошло. Галибакя, уберите. Мне не нужна эта почка. Уберите его. Уберите. Все, Сана, не трогай, не трогай, не трогай руками. Нельзя, не трогай. Нет. Все, не трогай. Санам, хватит. Все в порядке. Мне нужна почка хватит. Тимура. Все, толку нет, Санам, толку нет. Все, медсестра, я говорю тебе, перестань. Галибакя. Все, не плачь, все в порядке, хватит, милая, все в порядке. Все, не плачь, хорошо? Лучше бы я умерла. Да не говори так, медсестра, почему ты так говоришь? Все, не говори так, хорошо, все, не трогай руками, не трогай. Нет. Все, нет, уберите. Нет, Санам. Уберите. Все, успокойся, хватит, Санам, хватит. Все. Не трогай руками. Не трогай. Все, Сана, я сейчас позову медсестру. Ты приди в себя, хорошо? Все в порядке. Ой, подождите, я помогу вам. Вы в порядке? Да, в порядке. Стойте, сейчас я принесу вам стул. А подержите вот это. Сейчас. Я быстро вернусь. Садитесь, идемте. Почему вы подняли тяжелое? Да нет, ничего страшного.
Я просто вышел, чтобы немного походить. Осторожно. Вы снова меня сажаете. Давайте. Почему вы вышли? Захотел выйти на свежий воздух. А, наверное, устали сидеть внутри, да? Вы сами наделись? Да, сам. О, изменения большие. Вы быстро выздоравливаете. Стараюсь. Вы фотографировали? Да, фотографировала. Я и вам помешал, да? Да нет, это же просто хобби для меня. Вы ничем не помешаете. Алишер Акья? Алишер Акья? Но и вправду, природа достойная фотографии. Вы не зря сюда пришли. Я никогда не приезжаю зря. В каждом своем дыхании есть цель. Удивительно. Это так. Вы поговорили с Гузаль? Поговорил. А вам показать то, что я сфотографировала? Ладно. Вот. Посмотрите, эти я сняла сегодня. Алишер Акья? Смотрите, какой красивый пейзаж. Это я вчера фотографировала. И это фото вы сняли здесь? Да. Отлично. Вы настоящий фотограф. Ой, и вы попали. Смотрите. Сейчас, дорогой. Ассалам алейкум. Да, кто там? Алейкум ассалам. Тетя, как вы? Пархачом пришел. Можно? Идемте, сынок. Ассалам алейкум. Как вы? Алейкум ассалам. Дядя, как вы? Как ты? Хорошо? Как твое настроение? Слава богу, все хорошо. Пархачом, хорошо добрался. Сынок, садитесь. Ну-ка, садись. Добро пожаловать. Прошу прощения, не побеспокоил с утра? Нет, что такое, сынок? Все в порядке у тебя? В порядке? Я же вчера говорил, что с завтрашнего дня начнем процедуру. А, хорошо. Так, вы позавтракали, дядя? Позавтракал, да. Да, поел. Вы выпили лекарство? Да, выпил. Хорошо, тогда потихоньку начнем лечение. Ну-ка, попробуйте потихоньку встать с места. Наверное, сразу не побегу, Фархаджан. Сразу не побежите. Вставайте. Просто для начала проведем движение вашей ноги. Немного будет больно, но потом все будет хорошо. Ваша левая нога в порядке, да? Да, в порядке, в порядке. А теперь осторожно поднимите левую ногу. Постарайтесь поднять. Не бойтесь, не бойтесь. Хорошо. Вот и молодец. Вот, можно ведь. Можно ведь, ой, дорогой. Ой. Спасибо вам. Остановите. Тимур, нет. Пожалуйста, дайте увидеть один раз. Не нужно. Мама! Мам! Да, сынок? Я все ухожу. В порядке? Пойду на работу. Сынок, ты все равно решил пойти, да? Да, у меня есть некоторые дела. Ты сегодня встретишься со своей женой? А, не знаю, но я не иду к ней. Просто иду на работу. Что теперь? Ты не простишь ее? Не знаю, мама, не знаю. О, боже мой, мы ошиблись, сынок. Столько выбирал, выбирал и дошел до такого возраста. Посмотри, кого ты выбрал. Ну, что мне делать теперь? Ну, судьба, мам. Ладно, хорошего вам дня, мама. Я пошел на работу. Ладно, сынок, хорошо. До свидания. Эх ты, сыночек мой.
Налей полным. Ассаламу алейкум, папочка. Валейкум ассалам. Хорошо отдохнула? Да. Проходи, садись. Нет, пап, я не буду завтракать. На работу иду. Поешь чего-нибудь? Нет, я спешу. Ладно, если идешь на работу, то иди. Хорошего пути. Сделайте дуа, папа. Иллахам, пусть твой день пройдет хорошо. Удачи на твоей работе. Ладно, хорошего вам дня. Почему она вообще пришла? Ты спрашиваешь, даже если знаешь. Почему она может прийти в полночь? Что, она поругалась с мужем? Вы поговорили? Не знаю, с кем она поругалась, я не спросил. Почему не спросили? Эй, ты же видишь, у нее нет настроения, она нервничает. Когда она вечером придет, спокойно поговорю и спрошу. Боже, она не пошла в дом своей матери и пришла сюда. Шахло, не начинай. С утра. Ладно, я пойду переоденусь, у меня есть свои дела. Слушаю. Ассалам алейкум. Валейким ассалам. Что такое, Фархад? Я могу поговорить с Абдуллаки? Его нет. Он забыл телефон дома. Все в порядке? Что вы хотели? У меня был к нему разговор. Ну, говорите, я передам ему. Он спросил у меня, где Гузаль, поэтому я... Не поняла. Вы знаете, где Гузаль? Да, знаю. Откуда знаете? Вы что, хотите рассказать это моему мужу? Нет, я не хочу говорить. Просто хотел сказать, чтобы вы знали, что я нашел Гузаль. Знаете одно. Ваши планы не совершатся, теща. Эй, моя. Послушай меня. С утра столько нервов. Санам? Почему твоя дверь открыта? Я не знаю, не смотрел. Никто не заходил? Нет. Вы переживали, что зайдет Тимур? Нет. Теперь не может зайти. Его забрали. Куда? Не знаю, наверное, в эту психбольницу. Галибаке. Можно ли мне поставить другую почку? Пожалуйста. Перестань, Санам. Зачем ты себя мучаешь? Что было, то было. Вы обижаетесь? Я не обижаюсь. Все в порядке. Я честно не знала. Если бы знала, то не позволила бы этому случиться. Но мне сказали другое. Знаешь, что сказали? Обычно больному дают увидеться с донором. Ну, дают встретиться, если есть возможность. Ты его видела? Меня занесли на операцию. Потом сделали укол. После наркоза я уснула. Остальное не помню. Что, вы не верите? Нет, все в порядке, я верю. Галибаке, почему вы изменились? Я в этом не виновата. Я и сама мучаюсь. Не мучайте меня, пожалуйста. Все, не обращай на меня внимания. Все в порядке, я в порядке. Нет, не в порядке. Вы сразу изменились. Если это подействует на нас, на нашу семью, на наше счастье, на наши отношения... Мне не нужна такая почка. Я лучше умру.
Ассалам алейкум. Валейкум ассалам. Доброе утро. Очень доброе. Гузаль, не поможешь? Почему же? Ну, чтобы я зашел внутрь. А как вы вышли? Где ваша помощница? Что, мне здесь стоять? Ну ладно, идемте. Идемте. Садитесь сюда. Стой. Я сам вышел наружу. Вот как? Угу. Интересно, как же? Просто, ползая, держась за стены. Говорите, что прошли через столько трудностей, чтобы выйти и побеседовать с этой дурдоной? Да перестань. Ты же прекрасно знаешь, что это не так. И что же я знаю? Ты знаешь, что я не посмотрю ни на кого, кроме тебя. Не обманывайте. Я не вру. Даже если будут 100 таких девушек, я не променяю их даже на один твой волосок, поняла? Ладно, я пойду приготовлю завтра. Да, кстати, еще кое-что. Завтра мы едем домой. Как это? Как это почему? Мы же должны пойти. Вы еще не должны ходить. Не понял. Вы еще не подлечились. Вы не можете пойти в таком состоянии? Гузаль, я в полном порядке. Главное, как-то сесть в машину. А потом будет не проблемой доехать до дома. Будет проблемой. Что будет проблемой? Вы же знаете наши дороги. Везде ямы. А вам еще нельзя так сильно трястись. Гузаль, я должен пойти домой. Мои родители ждут меня. Ты больше не сможешь уговорить меня здесь остаться. Сейчас, сейчас. Я иду, сейчас. Заходите. Кто вы? Я живу здесь. А кто вам нужен? Живете здесь? С каких это пор? Ого! Да вы и устроились? Не поняла. Кто вы? Кто я? Я владелец этого дома. Вы кто такая? Мы взяли этот дом в аренду. В аренду? У кого вы взяли? У Батырджана. Я не знаю никакого Батыра. Сейчас же освободите этот дом. Стойте, подождите. Послушайте меня. Батырджан обо всем договорился. Сестра, сейчас же уходите из этого дома, убирайтесь. Я не знаю никакого Батыра, ни другого, уходите. Сейчас, подождите. Давайте скорее, сестра, у меня мало времени. Алида? Сейчас, дорогой. Слушаю, тетушка. Батырджан, как ты, сынок? Да, в порядке. Пришла женщина, говорит, чтобы мы уходили. Дайте телефон, тетя. Не знаю, вот. Слушаю. Как вы? Кто вы такая? Кто же еще? Я владелец этого дома. Я говорил с Равшаном. Он поставил людей домой в аренду. Я не знаю никакого Равшана. Кто вы вообще такой, чтобы ставить в аренду мой дом? Кто вообще этот Равшан? Это мой дом. Сейчас же освободите дом. Хорошо, понятно. Дайте телефон. Батырджан, что такое? Нет, она не ушла? Сейчас, тетушка, не спешите. Я немного далеко оттуда. Сейчас все хорошо, решу. Хорошо, сынок. Сестренка, ну зачем вы так делаете? Почему вы злитесь? Мы здесь на аренде. Я говорю вам, это мой дом. Я сама сюда переезжаю. Вы переедете или мне позвонить в милицию? Эй! Я вам говорю, этот дом стал домом инвалидов? Короче, я дам вам 30 минут времени. Скорее освобождайте мой дом, не то я позвоню в милицию. Поторапливайтесь. Нет.
Не надо. Алейда? Да. Сейчас. Я сейчас. Я сейчас. Прости, заставила ждать. Как ты? Не заждалась? Хорошо, спасибо. Ты как? Нормально. Ну, что такое? Есть новости, но я не знаю, правильно ли я поступила или нет. О чем ты говоришь? Короче, я поехала к мужу и устроила скандал. Что, ты нашла Алиша Ракя? Да. Он вместе с этой Гузаль. Я не выдержала. Произошел скандал. Было ясно, что так и будет. Где они? Тебе-то какая разница? Есть разница. Мне нужно. Может, скажешь? Нет, тебе не обязательно знать. Мы пришли сюда поговорить о моем деле. А теперь дай мне совет. Что мне делать? Да, много чего сделала. Теперь просишь совет. Я же говорю. Я просто поехала, чтобы увидеть все своими глазами. Но я не выдержала. Было ясно, что так будет. Так говоришь, будто не знаешь свой характер. Хорошо. Ты так и будешь меня учить сейчас? Лучше скажи, что мне сейчас нужно делать? Я тебе не Google. Чтобы ты написала вопрос, а ответ появился. Нужно советоваться, прежде чем что-то делать. А не облажавшись, приходить ко мне. Хилола, что было, то было. Теперь мы должны думать об остальном. Кто тебя туда отвез? Фархот Аке. Да. Мерзавец. Он мне не сказал, где они. Пожалуйста, помоги мне. Я в замешательстве. Я не знаю, что делать. Говори. Думаешь, что ничего не сделаешь? Почему? Потому что толку нет. Что это значит? Не ты ли мне говорила, постарайся? Все будет хорошо, все уладится. А теперь что ты сама говоришь? Послушай. И Фархот Аке там ходит, правильно? Да. Но у него ничего не получилось. И не получится. У вас не получится с этим справиться. Хорошо, что мы должны сделать? Если у нас не получится, то у кого получится? Конечно, получится, получится. Это может получиться лишь у Анвара Аке или у моего отца. Равшан, как ты? Хорошо пойдет. Батыр, как ты сам? Что случилось? Эй, послушай меня. Да-да, слушаю. Домой пришла одна женщина. Устраивает скандал, чтобы они ушли. Все в порядке? Кто она? Не знаю, по голосу не узнал, вся злая. О, боже, наверное, моя жена. Твоя жена? Да, жена. Ты совсем странный. Твоя жена не знает о том, что ты дал свой дом в аренду? Она знает, вот и узнала об этом, дружище. Узнала? Что ты несешь, дружище? Она сейчас выгоняет их. Позвони и поговори сам со своей женой. Уф, проклятие, толку нет. Мы с ней разводимся. Что теперь из-за этого она просит у тебя дом? Дом и так на имени моей жены. Теперь мы не можем ничего сделать, дружище. Если хочешь, я верну тебе деньги. Спасибо. Алло. Алло. Батырджан, что нам делать, сынок? Тетя, сейчас. Подождите немного, я сейчас не в городе. Ну ладно. Даст Бог, я постараюсь скорее вернуться. Сразу как приеду, я поеду к вам и заберу Они вас. Они говорят, чтобы мы сейчас ушли. Я постараюсь по возможности вернуться скорее. Вы не выходите и побудьте там, я сейчас приеду.
Поговорите с ней, вы же женщина, объясните ситуацию. Пусть подождет. Ладно, сынок, я постараюсь. Хорошо, 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 тетя. Ладно. Я сейчас найду другой дом. Хорошо, сынок. Побудьте там. Спасибо тебе. Как вы? Нормально. Как-то держимся. Слава богу, все проблемы уже позади. Это так. Почему-то кажется, у вас нет настроения. Да нет, все нормально, пойдет. Знаете, я хочу вас кое-что спросить. Только скажите правду. Да, спрашивайте. Кто тот человек, который стал донором для Сана? Я не знаю. Знаете, вы хорошо его знаете. Вы вчера не просто так устроили скандал. Почему никто не отвечает на мой вопрос? Кто вообще этот парень? Почему он захотел отдать почку Санам просто так? Я должен это знать. Я же ее дядя. Если должны были знать, почему тогда вы не зашли и не поговорили? Я хотел поговорить. Не разрешили. Он же вышел из тюрьмы или еще откуда-то. Да, это так. Я не могу спросить у Санам. Вы видите ее состояние. Поэтому скажите вы, объясните, что случилось, пожалуйста. Со вчерашнего дня не могу уснуть, думаю только об этом. Ваш зять сказал, что этот парень любил Санам. Я не могу успокоиться. Честь мужчины очень тяжелая. Один раз поцарапавшись, не дает покоя всю жизнь. Вчерашние слова на меня очень сильно подействовали. Вы должны сказать, Галя. Дядя, что мы вообще здесь делаем? Мы пришли ради Санам, правильно? Ради Санам. Да, ради Санам. Поэтому сейчас все забудьте. Пусть Санам скорее выздоровеет, и мы скорее ее заберем, потом остальное решится. Сейчас мои мозги, я не в силах думать и решать такие проблемы. Я и так нервничаю. Мой зять ведь все сказал, все рассказал. Я не знаю ничего, кроме этого. Простите меня, дядя. Я скучала. Я пришла увидеть тебя. Я приехала в город по своим делам. Решила заодно увидеть и вас. Да, хорошо. Только не нужно было. Почему? Что? Вы не верите нам? Дело не в этом, верю или нет. Просто захотела увидеть своего сына. Что, или нельзя приезжать? Я боюсь, что нельзя. Я вас не понимаю. Теперь приходите поменьше, хорошо? Если возможно, вы можете вообще не приезжать. Хорошо. Простите. Я постараюсь в скором времени забрать своего ребенка, да? Не пытайтесь. Вы даже и не мучайте себя. Мамочка очень сильно привязалась к Умиджону. Она сейчас не говорит, чтобы вы его забирали. Поэтому будьте спокойны. И спокойно решайте свои проблемы в своей семье. Хорошо? Ладно тогда, хорошего пути. Только не принимайте близко к сердцу. Позвоним кому-нибудь, чем просто так сидеть. Кому ты позвонишь, милая? Может, позвонить Джохангиру? Нет. Мы же только вчера ушли.
Если мы сейчас ему позвоним, у него снова будут проблемы. Тогда давайте позвоним родственникам. Можно? У меня нет никакого родственника. Мой единственный брат умер. Хорошо. Но есть же мой братишка. Давайте позвоним Октаму, дорогой. Нет, не позвонишь. Но почему? Хватит уже меня мучить. Я не хочу сравняться с землей перед твоими родственниками. Но почему сравняетесь? Почему это? Они что, для нас чужие? Перестань, милая. Я же сказал, что ты не позвонишь. А что, будем здесь сидеть? Будем сидеть. Зря вы так делаете. Не стоит этого. Если вам сейчас станет плохо, как и вчера, куда я пойду? Куда я побегу? Мы же остались на улице. Не знаю, не знаю, не знаю, дорогая. Вот ты же позвала Бату. Этого достаточно. Что? Ты будешь звонить всем сразу как-то, да? Тебе не надоело всем звонить и видеть, как они с жалостью смотрят на тебя? Ты не устала быть обузой для всех? Я устал, милая, устал. Ой. Хилола, давай поговорим. Мы с вами не будем разговаривать. Хватит уже, не будь ребенком. Я сказала, что не будем. Мне ни о чем с вами разговаривать. Стой, послушай меня. Одна семья ведь не рушится одной пощечиной. Одной пощечиной? Вы сказали, что вам не нужна такая жена. Вот и все. Держите свое слово. Вы же мужчина. Послушай меня. Ты получила по заслугам, понятно? Я ни в чем не виновата. Если бы была, то не было бы так обидно. Я бы молча сидела. Но сколько бы я ни пыталась любить вас, вы слишком наглеете. Вы даже представить не можете, как сильно я старалась, чтобы понравиться вашей матери, чтобы стать послушной невесткой, чтобы быть хорошей женой. Вы побили меня. Мне не нужен муж, который бьет. Я хорошо знаю свою цену, понятно? И вы знаете об этом лучше всех. Заходите. Как вы, Санамхон? Зачем вы пришли? Пришла увидеть вас. Чтобы посмеяться надо мной. По-вашему, вы победили, да? Даже сделав для вас добро, мы все равно плохие? Не нужно мне это добро. Если бы было возможно, эту вашу почку я бы выдернула и бросила бы вам в лицо. Ой, не будьте неблагодарной, сестренка. Вы не цените человека, который отдал ради вас свою жизнь. Уходите отсюда. Зачем вы пришли? Я пришла, чтобы показать вам кое-что. Мне тоже особо не хочется вас видеть. Если сейчас увидит Галиб, то у меня будут проблемы. Это передали вам. Уберите это и сами уходите. Берите. Вы не можете даже прочитать письмо того, кто вам отдал половину своей жизни? Вы не знаете, как я старалась, чтобы Тимур так не поступал. Но у меня это не получилось. Что поделать, это ваша судьба. Но вчера я сама была удивлена. Ладно, будьте здоровы.
Санам, ты знаешь, ты вся моя жизнь, мое счастье. Но для тебя я никто. Вот сегодня я радуюсь, что стал частью твоей жизни. Теперь я буду лишь с тобой. Я стал частью твоей жизни. С безграничной любовью к тебе, Тимур. Ассаламу алейкум, как вы, батраке? Валейкум ассалам, спасибо. Вы в порядке? Да, спасибо, хорошо. У меня к вам одна просьба. Хорошо, я слушаю. Это я устроил родителей Алишера в один дом. Сейчас кто-то пришел и выгоняет их на улицу. Ой. Вкратце, дом становится проблемой, поэтому они могут приехать к вам на несколько дней? Ой, могут, конечно, да, могут. Вам не предоставит это проблему? Нет, нет, нет. Нет. А вашей маме это не помешает? Не нужно так спрашивать. Вы привезите их, и все. А, вот как? Было бы очень здорово, если бы вы уговорили их привезти к нам. Я бы сама присмотрела за папочкой и за мамочкой тоже. Я бы прислуживала им. Привозите. Хорошо. Я даже не могу с ними нормально поговорить даже. Если честно, я думала, как можно их привезти к нам в дом, если вы... Уговорите их, то было бы очень хорошо, батраке. Хорошо, тогда я с ними поговорю и попытаюсь уговорить. Если они согласятся, да. Я их привезу. Хорошо, хорошо, я буду ждать. Ладно, будьте здоровы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Зятёк, вы же знаете, почему я вас позвал, да? Да, знаю. Но? Мы немного поругались. Немного поругались. Моя дочь не девушка, которая возвращается из-за маленькой ссоры. Вы это хорошо знаете. Она была нервная. Немного. Я говорил вам взять ее в свои руки, а вы переборщили. Это не так. Я не хотел этого. Случайно так вышло. Что вообще случилось? Ну, случайно я поднял на нее руку. Что? Поднял руку? Да, так получилось. И вы спокойно говорите мне об этом? Простите, папочка. Правильно. Вы ее муж. Вы имеете право на все. Но поднимать руку на женщину из-за пустяков... Знаете, что будет, если женщине надоест? Это так. Я и сам хотел попросить прощения. Не переживайте. Я сам поговорю и договорюсь с ней. Пусть так и будет. Я не говорю вам не ругать и не упрекать ее. Что бы там ни было, у всего есть своя мера. Пожалуйста, зять, вы постарайтесь быть немного умнее моей дочери. Хорошо, я вас понял. Если я неправильно сказал, то простите. Мамочка? Да, что такое? Дядя остался на улице. Как это? Не знаю. Батраке позвонил. Оказывается, он устраивал их в один дом, из этого дома выгнали. Почему? Не знаю. Это самое... Оказывается, им некуда идти, мама. Давайте позовем их к нам. Гульнора, я сколько раз их звала. Если они не приходят, что мне делать? Хорошо, мамочка. Вы один раз им позвоните. Попробуйте сказать, пусть они приедут к нам. Нет, не позвоню. В прошлый раз твоя свекровь мне очень красиво объяснила. Мамочка, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Да что я могу сделать, Гульнара? Мы же не будем вечно умолять, когда они говорят, что не приедут.
Мамочка, если нужно будет, я буду умолять. Я во всем виновата. Если нужно, я буду умолять, мамочка. Правильно. Во всем виновата ты. Именно поэтому они не приходят к нам. Хорошо, мама. Мы же не можем быть зрителями этой ситуации. Теперь мы вынуждены быть зрителями. Ты же все уже натворила. Хорошо, мама. Хватит уже упоминать мою вину, пожалуйста. Я не упоминаю. Я просто говорю, раз ты начала. Ты же сама вынуждаешь. Снова и снова просишь их позвать к нам. Послушай, подумай. Как они придут и будут жить здесь, смотря тебе в глаза? Ведь твой дядя упал из-за тебя. Как он будет жить здесь каждый день с тобой в одном доме? Или ты думаешь, что они сразу простят тебя, да? Хватит уже, не морочь мне голову, перестань. Они теперь сами знают, пусть делают, как хотят. Я сказала, они не пришли. Ладно, еще один раз позвоню и спрошу. Если нужна помощь, то с удовольствием сделаем все. Понравилось? Я сама приготовила. Мы недавно ведь покушали. Такими темпами я растолстею из-за тебя. Ну и что с того? Вам идет. Даже если будете толстым, я буду любить вас. Хорошо. Ну, посмотрим. Ешьте, пока дают. Завтра, после того, как уйдете, будете скучать по моей еде. Почему буду скучать? Что, ты не придешь навестить меня? Ой, к вам домой? Угу. Потом ваша мама примет как невестку такую наглую девушку. Хм, конечно, примет. Я сам поговорю с мамой. Ты в порядке? Да, в порядке. Алишер Аке, а ребенок? Что мы будем с ребенком делать? Ребенка? Что же еще? Ничего. Мы же не можем отказаться от него. Мне очень страшно. Я думала, что вы не примете меня с ребенком в животе. А теперь я боюсь ваших родителей. Достаточно того, что один раз я, отказавшись от тебя, совершил ошибку. Теперь ничто не может стать у меня на пути. Между нами не может быть препятствий. Алишер Аке, давайте завтра не уйдем. Нет, не проси у меня этого. Я должен пойти домой. Мы и так тут надолго задержались, Гузаль. Как я буду смотреть в лицо папе, когда приеду? Ну ладно. Тогда это наш последний день. Давайте проведем его очень счастливо. Идемте вовнутрь. Поиграем вместе. Хорошо. Только потом. Мы же хорошо сидим снаружи, на свежем воздухе. Ну ладно, сами знаете. Kadri tökülgen, bugün keçilgen ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namussizlerge, yalgan mı namus, peşlep ketilgen ey kadri tökülgen.